Утро в Кракове. Сегодня достаточно, нельзя сказать, чтобы сильно пасмурно, но не так солнечно, как вчера. Вчера была вечером блестящая прогулка по городу. Неожиданно, опять-таки неожиданно, оказался очень даже интересным и самобытным. Но вчера про это было достаточно много сказано. Вот. А сейчас мы все-таки хотим дойти до центра старой части города, до замка на склоне. Вчера он был уже закрыт, и посетить мемориальные места Польши. Вот так мы идем по такому прекрасному бульвару и скоро придем на место. Краков живет обычной своей жизнью рабочей. Сегодня рабочий день, пятница, поэтому все спешат по своим служебным делам, кроме нас, туристов. Мы прогуливаемся. Ничего, скоро и нам на работу. Мы подходим к цели нашего путешествия. Замок на горе. Играет музыка. Какой-то национальной одежде пан. Играет на гармонии. И поет песни. Отец. Он предложил нам бросить ему монетку. Ну, на обратном ходу обязательно бросим. Древние бастионы. Не в силах остановить напора, с каким туристы пробивают твердынь. Все это происходит вот таким образом. Ворота открыты. Крепость пускает внутрь себя своих гостей. Ожившие тамплиеры. Тут появляются. Вот так вот. Ну ладно. А, не тамплиеры, это русские. Польская пехота. Ничего. То ли серия памятных табличек, то ли почетные захоронения. Ну, захоронения, конечно, вряд ли. Скорее всего, просто памятные таблички важных лиц государства. Была какая-то очередь, но мы стоять не стали. По советской привычке стали в нее, постояли, потом подумали, куда это очередь. Вроде как это какие-то выставки. А вход вот внутрь свободный. Тут ни турникетов, ни этих самых контролеров нету. Ну, в конце концов, ежели чего, купим у контролера подороже, но зато не надо тратить время и стоять, и ждать. Вот мы внутри замка, собственно говоря. Красиво. Да, завораживает. Были мы внутри собора. Снимать там нельзя, да и не хотелось как-то. Действительно, святое место. И увиденное, и услышанное действительно как-то так завораживает. Потрясающе. Интересно будет поподробнее узнать историю нашего соседа. Так, ну а сейчас мы еще немножко здесь погуляем. Интересное место с обзором окрестностей города. Ну и понятно, древнее оборонительное сооружение представлено широко. Вид на храм, где мы так были. Потерявшее свое оборонное значение башня, но вполне сохраняющая историческое. Вот суть идеи. На берегу реки создается замок. Опять та же самая история. Контролируется прохождение грузов, собирается дань. И закладывается основа государства. Во многом все это схоже тем, что мы имеем у себя и во всей Европе. Город – неплохая идея. Колесный пароходик, не торопясь, проводит пассажиров. Все-таки есть что-то волнующее в колесном пароходике. Удар плит о воду.
успокаивающий равномерный звук. Да и, думаю, вреда реке меньше. И так грязь со дна поднимается. Очень рационально себя повели потомки. Те, кто строил замок, вдоль стен создали здания жилые. Одна стена, наружное здание, бывшая крепостная стена, а внутренние стены пристроили и сделали всего из этого жилье. Очень рационально. Ну что ж, наше время, к сожалению, заканчивается. У нас сегодня еще длинный маршрут. Вечером мы должны перейти границу, въехать в Республику Беларусь и завтра уже вернуться домой. Путешествие было очень интересным, очень насыщенным, очень разноплановым и еще много очень. И понятно, что нам захочется еще раз вернуться в Краков и спокойно осмотреть исторические памятные места. Поехали домой. Фотодороги.ру с высшей точки города Кракова, с исторической цитадели. Продолжаем путешествовать. Вот еще одно историческое памятное место. Здесь, в подземном гроте, размещена могила Пилсудского. И недавних пор здесь лежит семья Качинских. Пилсудскому наверняка, насколько я могу понять поляков, Польша благодарна тем, что после падения Русской империи принес свободу, государственность вновь обретела страна. Ну а семья Качинских трагически погибла в момент посещения такой болевой точки Катынской, места Катынской трагедии. И своей смертью фактически, наверное, реакцией России на его смерть, фактически, наверное, можно сказать, что он примирил Польшу с Россией. В принципе, вопрос, естественно, не на бытовом уровне. Бытовым уровнем у нас с поляками отличные отношения, и воспринимаются они нами дружественно по основе своей. Но вопрос политический. Мы же стоим на месте, где решаются политические события. В конце концов, не только исторические. Вот такое вот необычное место. Ну все, мы возвращаемся. Нам пора уехать домой. Ну и, конечно, здесь на входе нас приветствует бронзовый Иван Павел II. Поляк по происхождению. И папа римский по своей человеческой судьбе. Кто-то поет нам и приветствует нас. Ага, да мы вы. Ну все, мы уехали. Под эту мелодию хорошей нам дороги.